В 2021 году народный татарский праздник Сабантуй появится в Майнкрафт. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета готовят онлайн-версию на сервере популярной видеоигры, куда 26 июня сможет попасть каждый желающий. Традиционно в начале лета в Татарстане проходит Сабантуй. Праздник символизирует окончание весенних полевых работ. И в этом году он пройдет в популярной игре Майнкрафт. Цифровую версию татарского народного праздника подготовили студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с коммуникативным агентством К9. Инициатором было замечательное агентство К9. Оно заметило наших студентов, потому что они в Майнкрафт разработали деревню Универсиады и здание КФУ. Вот, это очень большая работа. И обратились к нам за помощью в создании площадки для проведения Сабантуя. Студенты, соответственно, полностью создали классические площадки, то есть для Сабантуя в нашем традиционном татарстанском стиле. Вот, со всеми надписями, с Рахим Итагыс. Разработка велась под руководством магистранта второго года обучения ИВМИД Алмаза Ахматьянова. Команда в составе 8 человек в течение месяца трудилась над созданием виртуальной площадки Сабантуя. В игре можно будет встретить традиционные элементы и площадки народного татарского праздника. В настоящее время авторы уже подготовили главную сцену, ипподром и другие локации. Там будут все традиционные виды конкурсов, что могу сказать. Там будет бой на бревне с мешками, набитыми сеном. Там будет бег с ложкой, с сырым яйцом, залезание на стол, к которому привязан петух. Вот, и многое прочее. То есть приходите к нам на Сабантуй, вот, и мы вас приятно удивим. Посетителем сервера сможет стать любой желающий владелец игры Майнкрафт. 26 июня с 11 до 20.00 доступ к серверу будет открыт в группе ИВМИД КФУ ВКонтакте. Кроме того, 26 июня в 15.30 к онлайн-сабантую подключатся стримеры Вика Картер и Усенок Джек, которые проведут онлайн-экскурсию по локации и расскажут о Сабантуе. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Виолетта Басова, Универньюз.